ЖД Нагольнева. И мы сейчас с вами рассматриваем квартиру на 7 этаже. Это квартира 55 квадратных метров. 80 тысяч рублей за квадрат. Здесь получается у нас 4 окна. Смотрите, 1, 2, 3, 4. 55 квадратов, соответственно, при желании здесь можно сделать такую трехкомнатную квартиру, где будет две спальни и будет, соответственно, одна будет, так скажем, кухня, совмещенная с гостиной. Вот смотрите, вот такой здесь идет вид. Если мы посмотрим в ту сторону, да, на правой, с правой стороны, то у нас там находится ЖК «Мелодия леса». Да, есть свой частный сектор здесь, соответственно. Здесь есть такие тоже многоэтажки. Находится, в принципе, в хорошей транспортной развязке от всех. Поэтому, смотрите, как бы один из плюсов этого объекта, что здесь есть зелень, есть балконы, да. Еще раз повторюсь, 55 квадратов, цена этой квартиры получается 4400. В целом за 4400 вы получаете как бы довольно-таки неплохую квартирку, да, вот есть санузел. Сейчас с вами еще посмотрим варианты. Посмотрим с вами варианты чуть подешевле. Это за 2150 30 квадратных метров. Как его называют, это идеал квартиры именно в городе Сочи. Вот смотрите, вот такая квартирка, 30 квадратных метров, да? Вот 30 квадратных метров. Получается, здесь небольшая спальня и кухня совмещена с гостиной. Здесь же у нас есть еще и балкончик такой. Цена этой квартиры 2 миллиона 150 тысяч рублей. Здесь заезд хороший с транспортной, очень хорошая транспортная развязка. В целом, как бы, мне этот объект нравится, симпатизирует. Сейчас цена доступная, как девушка, да? И поэтому, соответственно, рекомендую этот объект брать.